какая-нибудь турель. Да помогу уж. А тупо сверху приплыть просто. Да.
сообщение. Ощущение, что вот эти вот стены, они будут в конце задвигаться, будут сужаться. Надеюсь, я ошибаюсь. Это еще за группу тебя тут. Здравствуйте. Ой, ужас, как дома. Даже такая дура прошла, я мог спокойно на скауте тут. Фу. Давайте посмотрим, что нам дали. Гидра, что за гидра? Ну-ка, 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 ща посмотрим. Это ракетница, что ли? Так, назад мне мой нормальный корабль. Виндетту беру. Плазму Гатлинг беру. Гидру беру. Надо посмотреть, что за... Ох, фиг. У меня барракут-то сколько уже. Собака ты не крещеная. Броня, плазмомет и все. Давай хвались, есть там карта или нет. Лопес! Вот же прогнивший старый хрен! Ну и клад. Господи, обожаю такие моменты, Алый! Чем спускаться в тайник с сокровищем. Я рад, что вы получаете удовольствие, Кэп. Удовольствие? Черт! Я Митап, лучший стрелок к западу от плавучего Бомбея. Никогда не увидел бы этого блеска без твоей помощи. Так что давай выпьем по рюмочке за здоровье профессора Гилмор. Согласен. Но что насчет карты, Кэп? Карты? Какой еще карты? Карты с местонахождением склепа. Слез ангела. О, карты! Видишь ли, Алый Уильям Дрейк, я должен кое-что тебе сообщить. Это... Ах, блин. Надо серию назвать. Отвлеченный. Опять дикарь. Че скажешь нового? Ты нашел свой первый клад. Ага. Знаешь, черт возьми, я чувствую себя так, словно... Словно... Словно наркоман после первой дозы эндорфина. Наркоман? Нет, это было прекрасно. Все сразу. Там внизу ловушки, секреты, и мы были на высоте. Поначалу всегда все прекрасно. Но потом... Потом что? О чем ты? Будь осторожен, Уильям, береги друзей. У меня плохое предчувствие. Да, у меня тоже. А метап больно какой-то уж. Спокойный. О, вот. Я только что говорил с метапом. У него карта к каменному склепу. Это его право. Он нам не доверяет. Чем ближе мы подплываем к склепу, тем яснее ощутимее становится присутствие... Чье присутствие?
И почему ты такой мрачный? Мы еще никогда не были так близки к цели. Ты должен прыгать до потолка. Или хотя бы радоваться. Радость. Ей больше нет места в моей жизни. Ее давно уже не было. Сокровище. Так, если ты задумал какую-то ритуальную чушь, не втягивай в нее Анжелину. А еще лучше не втягивай никого из нас. И если твоя алчность жаждет сокровища... Алчность? Думаешь, мы хотим разбогатеть? Мечтаем о золоте? Знаешь что? Если у меня и был интерес к этому кладу, то он уже давным-давно угас. Что? С чего это вдруг? Все дело в смерти. Я умер много лет тому назад. Ты видишь перед собой оболочку. Легенда? Ха! Какая мне разница? Когда-то я думал, что... О чем ты? Просто скажи мне, наконец, правду. Я верил в свою избранность. Потом жена убедила меня в том, что наш сын отыщет склеп. А теперь я знаю, что тебе суждено найти слезы ангела. Ты – наследник Уильяма Дрейка МакГрегора. Но зачем ты странствовал все эти годы? Почему ты не хочешь вернуться домой? В тишине и покое. Твой сын. Что с ним случилось? Сейчас он был бы твоим ровесником. Прости, я не знал. Сейчас мне некуда возвращаться. Дома больше нет, Уильям. Я хочу, чтобы ты доказал всем, в этой жизни есть нечто большее, чем жадность, власть или предательство. Мои дни сочтены. У меня осталось одно последнее дело. Это какое-то еще дело? Сокровище Хуана Гарсии Лопеса. Да, прекрасно. Но оно не настолько прекрасно, как ты. Осторожней. Слишком много комплиментов могут спугнуть скромную девушку. Ой, ты-то скромная. Уильям, я знаю, что мы должны достичь цели. Даже ты стал проявлять рвение. Я просто хочу, чтобы пусть все закончится хорошо. Расскажи мне про Ната и о том, что случилось с его семьей. Я знаю, это звучит дико, но им движет единственное желание. Месть. Месть? Кому? Помнишь ту женщину? Гвен. Угу. Нат оживился, когда я произнес ее имя. Гвен. На старом языке Гвен значит королева. Это его жена. Королева Стрега. О боже. Она жена Ната? Да. И она виновна в гибели их сына. Нат и Стрега служили братству с почти фанатичным усердием. Но у нее было слишком много амбиций. Нат никогда не рассказывал об этом. Значит, по-твоему, атаки дело рук его жены? Да. А их сын? Несколько лет назад королева Стрега организовала что-то вроде военизированного отряда. Они называют себя орденом наемников. Стрега их командир. С ней бесполезно идти на компромисс. Она требует полного послушания даже от самых близких помощников. Выходит, Стрега хочет найти слезы ангела, и ради них она была готова пожертвовать собственным сыном? Да. Фази рассказал мне, что Стрега заключила союз с врагом. И мне кажется, я знаю, кто этот враг. Бионты. Я слышал, что у них есть шпионы повсюду. Да, они обещают власть и бессмертие. Стрега использовала своего сына ради достижения личной цели. И с тех пор является для НАТО воплощением вселенского зла. Она уничтожила все, ради чего он жил. А теперь хочет отнять у него слезы ангела. Анжелина, как долго мы собираемся играть в эти дурацкие игры? Черт! Это сокровище. Оно дает власть? Деньги? Отмщение и смерть? Анжелина, сколько ты еще будешь плясать под их дудку? Подумай, сколько? Столько, сколько потребуется. Как будто ты им что-то должна. Дрейк. Молодой человек с большим сердцем и таким же ртом. Как я и говорила, Аква всего лишь лужа. А ты королева Страга, убийца. А скольких убил ты, юный Дрейк? Не считал. Чего тебе нужно? Иди домой, проваливай. Тут тебе. Иди домой и играй там со своими друзьями. И оставить слезы ангела тебе и твоим наемничкам? Я так не думаю, никто из нас не позволит тебе их найти. Или же ты с кем-то сводишь личные счеты? Именно. Все зависит от вас. Все зависит от вас. Скажи, мой дорогой Нат,
Недалеко? Ножи точно. Даже ближе, чем ты думаешь. Хорошо. Очень хорошо. Меня всегда бесила эта его дурацкая привычка. Передай ему, что для многих из вас путешествие закончится здесь. Вряд ли твои громкие слова решат нашу судьбу, Стрега. Знаешь, ты прав. Че, повоюем? Ай, опять болтать. Вот эти уже пострелять из гидры. Судя по радару, наши настырные гости вернулись. Они работают на жену НАТО. Значит, великий Тифон все же смыл паразитов из акулевого брюха. Я так и знал, что вы водите меня за нос! Все вы! Спокойно, Кэп. Это не то, о чем ты подумал. Я сам только что узнал. Цель НАТО, его последнее желание — месть. Месть? Он хочет отомстить жене? Наконец-то хоть один мужик понял, что надо делать. У нее на руках кровь их сына. Что ж, давай-ка выйдем и взглянем на них поближе. Мне плевать, кто чего хочет, жизни или смерти. Главное, чтобы мы держались вместе. Айкэп, это поднимет дух команды. Еще бы. Дрейк? Да, Кэп. Помнишь, что я тебе говорил о четырех вещах, которые никогда не вернутся обратно? Так что по торпеду слова? Конечно. Слово, торпеда, прошлое и упущенная возможность. Именно. Все четыре. Но есть еще одно. Только что прилетел. И что же под номером 5? А, к черту. Если на нас нападут, будем буравить в них дырки, пока их задница не запросит пощады. Это и есть пятое, да? Ох, сейчас постреляем. Так, оснащение. Да я уже встречался с ними, так что посмотрим. Не забывайте про бомбы. Победит умнейший. И элита. Это они, что-то? Что-то здесь. Кто? Опять я гидру использую. Вот это красота. Меня захватили в прицел!
Похоже, миссия сломалась.
да, из этих козов. Капсуль Левиафан, Фортуна. Ну, какая-то броня. Сейчас посмотрим. Харвестер. Грузовик Дрейк Энтерпрайз. Они убили Амитаба. Она тяжело ранен. Анжелина, сейчас не время отвлекаться. Они перегруппировались. Они не сдаются. Что ж, и мы тоже. Отлично. Они запустили еще одну чертову бомбу. Так что врубим полный вперед. И остановим их. Уильям. Анжелина. Если что-нибудь случится, ты ведь не свернешь с пути? С тобой ничего не случится. Я люблю тебя. Скоро все кончится. Хорошо, Уильям. Увидимся снаружи. Я всегда буду рядом с тобой. Блин. Это уже завтра. Сейчас посмотрю только, что за броня. Тупо от Эми. Так себе получится. Ладно, увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока.